В этом году на господдержку в жилищном вопросе могут рассчитывать 42 инвалида и 21 ветеран боевых действий. Но количество обратившихся за предоставлением социальной выплаты существенно меньше. Есть деньги для обеспечения жильем инвалидов и ветеранов боевых действий, вставших на жилищный учет, вставших на очередь, до 1 января 2005 года. Социальная выплата составляет 565 632 рубля. Чтобы получить денежную выплату, представителям этой категории граждан необходимо обратиться с заявлением по месту постановки на жилищный учет. Прием будет осуществляться до конца года.